Уровень подготовки абитуриентов в этом году выше. Министерство образования продолжает подводить итоги вступительной кампании. Так, 100-бальные результаты есть по всем предметам ЦТ. Безукоризненно было выполнено 392 теста. Набрать 100 сразу по двум предметам удалось 16 абитуриентам. Среди них есть и выпускники прошлых лет. Всего в этом году первокурсников более 50 тысяч. Больше половины поступили на бюджет. Напомню, из новшеств этой вступительной кампании возможность сдавать сразу 4 ЦТ, а также при подаче документов использовать сертификаты прошлого года. Действительно, результаты выше практически по всем предметам, исключая только один предмет, это физика. Но если сравнивать, то в этом году средний балл по физике 27, в прошлом году он составлял 30. Возможность воспользоваться абитуриентами сдачи 4 предметов, такой возможностью воспользовались 48% абитуриентов. И это такая позитивная тенденция и тоже возможность выбора той дополнительной специальности, которая, возможно, позволила абитуриенту поступить в учреждение образования и на желаемую специальность. Востребовано белорусское образование и у иностранных абитуриентов. Их в этом году более 20 тысяч, и вступительная кампания для них продолжается. Подавать документы иностранцы могут до 15 октября.